Да? А что пришла? Я хочу. Сколько тебе лет? 22. 22? И сразу типа к звёздам ты пришла? Ну нет, не сразу. Сценарий читала? Ну, мне его только что дали. И чего? Ты читать умеешь? Я просмотрела. Читать умеешь? Умею. Скажи слово, блядь. Блядь. Слово, блядь, скажи мне, чтобы блядь. Я слышал. Нет, не нужно. Не нужно. Прости, сценарий читал? Нет, только все. Мне его только что дали. А что ты хочешь вообще? Фильм знаешь вообще? Ты хоть хотя бы знаешь, что ты хочешь? Что ты хочешь? Ты? Что? Не легче ли просто переписать то, что ты будешь спрашивать, нет? Зачем? Да нет, ну, по-моему, очень простая логика. Сейчас он ее сейчас... А, слышь, ты сценарий читал? Мне его только что дали. Так что ты хочешь тогда? Ты знаешь, о чем фильм вообще? Я посмотреть успела, да. Там о девушке, которая... Ну и чего? Ты готова сейчас все играть? Ну да. Я сомневаюсь, что ты можешь все это сыграть. Саш, не говори так, это не играло. Тут у тебя тут прикольно, уже могут быть измены. А ты не сыграешь, ну здесь тут непонятно. Нет, ну он хорошо, нет, это не права, что... Тут смена не внутренняя, хорошо, что он тебя жмет точно. Он тебя не жмет. Прямой там. Ты сомневаешься, что ты сможешь это сыграть. Вот нет, это просто, я согласен. Это просто. Вот в этой фразе тут надо как-то, ну, может, она неестественная. Может быть, ты не сыграешь. Ты не сыграешь. Ты не сыграешь. То есть, как бы, ты должен быть, ну, что блондинка тупая. Ну да, я Саша говорил, очередная пришла, пришла очередная. Блядь, ну ты это не сыграешь! Нет. Ты это не сыграешь. Ты это не сыграешь. Нет, ну просто ты должен ей просто сказать, ты не сыграешь. Факт. Ты не сыграешь. Да. Я говорю, а ты все, сыграю. Отлично. Сцена такая, давай, вперед. Если такая умная, давай. Как бы, да? Понимаешь, что ты в чем дело? Я тебе вот как сказал-то в курилке, что надо ему тащить, чтобы это все протащить. На самом первый момент она пришла отдаваться. Да? То есть пришла отдаваться. Бездарность, сразу же, бездарность. Сразу начинаешь тащить того, что сыграешь, ну что так, сыграться. Понимаешь? Ну, как. Он ее не рассматривает. Азаров. Это Азаров.